Здравствуйте, мальчики и девочки. Здравствуйте, ребята. Добрый вечер, друзья. Всем здравствуйте. Здравствуйте, тетушка Дарья. Здравствуйте. Как же я люблю, когда в город приходит весна. Птицы поют, капель, все рады весне. И у меня сегодня отличное весеннее настроение. А к нам в Шишкин лес весна еще не пришла. Не пришла. Снег только на пригорках стал потоньше. В нашем лесу все по-зимнему. Эх, никакой весны. Ну не вздыхайте, мои дорогие. Все равно весна придет в Шишкин лес. Тетушка Дарья, а почему в городе уже весна, а у нас в лесу еще нет? Да. А это потому, что в городе ездят машины, вовсю работают заводы, и воздух постоянно подогревается. А от этого снег в городе тает намного быстрее, чем в лесу. Ой, а может и нам что-нибудь придумать, чтобы и у нас поскорее весна наступила? Тетушка Дарья, посоветуйте. Ой, ну я даже не знаю, что вам тут посоветовать, дорогие друзья. А знаете что? Давайте-ка я вам лучше сказку расскажу. Да, герои, которые, кстати, тоже искали ответ на этот вопрос. Тетушка Дарья, скорее расскажите нам эту сказку. Пожалуйста, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Слушайте. Солнышко с каждым днем припекало все сильнее. Звери начали пробуждаться от зимнего сна. И колючие ежи, и юркие ящерицы. И только один медведь храпит себе на всю округу. И вот однажды на лесную проталинку прилетела сорока. Погреться. Качнула своим длинным хвостиком, попила водички, повеселела и затрещала на весь лес. А к вечеру холода снова вернулись. И так прошла неделя, потом другая. Нет тепла. Летала так сорока, летала по всему лесу. И однажды оказалась в самом дальнем его уголке. И нашла там весну. Нашла и спрашивает. Что же ты, весна красна, отступила от нас? Что, не приходишь в наш лес? Жду, пока ваш медведь проснется. Он один мне не рад. Ах, вот в чем оказывается дело. Да я все улажу, разбужу этого лежебоку. Я мигом весна, не переживай. Вот и берлога медведя. Караул! Караул! Что случилось, сорока Белобока? Что стряслось? Стряслось! Надо срочно Косолапого разбудить, а то весна не придет. Она мне, голубушка, так и сказала. Я уж медведя будила, 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 будила. А ему хоть бы хны, спит и все тут. Вот беда-то какая. Ну ничего, успокойся, сорока. Может, мне удастся Потапыча разбудить. Вставай, вставай, дядюшка медведь. Ой-ой-ой, и у тебя, Филин, ничего не получается. Да, лети-ка ты, сорока Белобока, к Лисе Патрикеевне. Она обязательно что-нибудь придумает. Торопись. Тороплюсь, тороплюсь, до встречи, Филин. Караул, караул, лиса, лисонька. Что? Что ты кричишь? Пожар, что ли? Не пожар, но ничего хорошего. Кума Патрикеевна, если Косолапого с Лёшки не поднять, не видать нам всем весеннего солнышка. Так мне сама весна сказала. Да ты что? Не бывать тому, чтобы за медведя весь лес с весной разминулся. Да я этого лежебоку мигом на ноги поставлю. А как? Сейчас зачерпну ведерко талой водицы, да в дыру у медвежьей берлоги и вылью. Вот так. Ой, слышишь? Медведь заурчал, запыхтел, завозился в берлоге. Фу, глядите-ка, протер Михаил Потапыч глаза лапой и вылез из берлоги. Ой!
Ура, ура! Все сюда! Медведь проснулся! Что такое? Безобразие! Нет мне покоя! Откуда вода взялась? Потоп, что ли, в лесу? Доброе утро! Тут серьезное дело, уважаемый Михаил Потапович. Обиделась весна красна на наш лес. О, обиделась? А кто ж ее обидел? Кто посмел? Ты! Все проснулись, Потапыч, умылись, норки убрали, весну ждут. А ты? Вот весна и обиделась. Вот и не приходит в наш лес. Так я же уже проснулся. Я тоже весне рад. Медведь приосанился, хлопнул в ладоши. И прибежали тут со всего леса на поляну зайцы, белки, лисы. Начали хороводы водить, песни петь, весну красну звать. Она и пришла. Вот все обрадовались. Хорошая сказка, а? Хорошая. Шунь, да. А может и в нашем Шишкином лесу медведь еще спит? Разбудим его, вот и к нам весна придет. Медведя будить? Ой, я боюсь. Тетушка Дарья, а что вы думаете? Ну, а может все-таки лучше дождаться, пока Мишка сам проснется? Ведь в сказке свое время, сказочное. А в природе свое. Так что запаситесь, друзья, терпением. А пока давайте прощаться с ребятами. Угу. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. Добрых вам снов, дорогие друзья, и ангела-хранителя. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. Всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Скажем друг другу до встречи, доброй вам ночи.